снова играем в переворот, на этот раз по командам. Я и Максим против Алексея и Ирины. Алексей ходит первым. Так. Два победителя прошлых игр. Да. Ну, так себе игроков. Так себе. Показательные матчи, да? Ну, покажите нам класс. Так, я. Губернатор, да? Не губернатор. А кто ты? Итальянец. Итальянец. Так, я, наверное, чтобы сделать. С кем мы? Так, значит. Значит, я губернатор. Да, ну посмотрим. Так, ворую, у тебя две монеты. Воруешь? Да. Я накладываю вето на воровство. Ты свои карты не видел, я не верю. Пока. Не веришь? Я видел свои карты. Видел ты свои карты? Конечно, видел. Вот тебе, пожалуйста, советник. Погибай. Я что думал, такое? Ты пошутил. Пошутил? Шутники. Что, кого ты там откроешь нам? Да, думал, кого открыть. Так, ладно. Полицейский. Молодец. Максим? Леша, Леша, Алексей. Я думал, ты не посмотри. Внимательнее надо быть, ну. Давай. Ну, сейчас мы вас быстренько разделаем. Не будьте столь уверены. Я ворую у тебя две монетки. Ты полицейский, что ли? Вето на воровство, второй совет. Не верь, не верь. А, следователь может быть. Следователь? Не верю. Не веришь? О, отлично! Что ты за командная игра? Вот так, полицейские княжна вышли. А что ты им не поймешь? Ты могла тоже наложить вето на воровство. Если у тебя есть полицейские или кто-нибудь туда накладывает, ты могла за меня наложить вето. Ну, конечно, нет. Как нет? По-любому никто не поймет. Ты могла за него вето наложить. Да. Но ты поторопился просто. Так что это командная игра. Вот именно, что это за командная игра? А что ты правда торопишься? Я, во-первых, эти правила, не знаю, я играю. Вето может наложить любой. Любой против любого может наложить. За или против. Мы же поэтому всех и спрашиваем. Когда все спрашивают, то не поверить может любой. Для поверить любой может. Помочь любой может. Я губернатор. Губернатор, да? Я тебе не верю. Ах ты ж, блин. Замешивай. Еще один полицейский вышел. Тан-таран-тан-тан-тан. Так, три монеты ты взяла, карту новую взяла, и теперь я губернатор, беру три монеты. Веришь? Сколько у вас монет? Да, убили. Окей. Максим. Я убить хотя бы думаю. Я верю, что он убийц. Княжна, и ты только можешь ему не поверить, либо княжну использовать, типа вето. Ну, если не поверишь, то сразу умрешь. Да, типа, если заявишь, что у тебя княжна, но если на самом деле у тебя ее не будет. Да. Если он не поверит вдруг. Можешь полностью. Полностью? Ну да, это одно от неверия, а второе, собственно, действует. Ну да. Окей, убил. Полицейские вышли из игры. Так, ну я опять губернатор, беру три монеты. Ну, считаю, что мы с ней разделались. Подожди, а почему ты ходишь? А я когда хожу? А, Максим же ходил, извиняюсь, ходи так. Я убийца, я убиваю тебя. Меня? Да. Максим, ты вето не наложишь? Накладываю вето. У него есть княжна, он накладывает вето на убийство. Веришь, что у него княжна? Да не верь, ты сама же замрешь, как говоришь. Ну да, не верю. Показывай. Есть княжна? Есть. Показали, блин, класс! Так, хорошо, но мы с Максимом еще деремся, ты княжну замешивай. А что, я зря показала карту, да? Не, почему? У тебя все, ты вышла из игры. Монеты все в одну. Монеты все сдаешь. Мы с Максимом продолжаем играть. Ну так. 5 монет. Да. Ну один хит. Так вот монет. Ну да. Защитил его зря. Так, ну я сразу заявляю, что я... Вообще, забыл, что надо. Сразу заявляю, что я губернатор и беру три монеты. Подожди, дай ему карту замешать. А? Карта замешает. Ну да, он посмотрит, какая у него карта сейчас. А он запретить это не может. Он может только мне не поверить. Ну, ну вот он. Ну хорошо. Вдруг у него два губернатора, он там не поверит. Ты мне веришь или нет?
Помнишь, как я в прошлую игру играл? Не слушай его вообще. Не слушай, конечно, одна здесь, одна там. Все, что это, чушь? Так, подожди. Думай только головой. А что ты? Ты зря мне позволяешь. Возможно. Давай, ходи. Водички попей. Я тоже беру три. Губернатор ты, да? Губернатор, да. Бери, бери. Бери, бери. Я совершаю переворот. За 7 монет. Открываю одну карту. Убийца, да? То есть у тебя там один губернатор остался. И маньяк. Ходи. Убиваю его. Убийца. Я не верю. Ну, у меня тоже губернатор. Я не понимаю, это зачем Максим? Поздравляем, во-первых, лучше нашу команду. Убить его. Убить его, быть княжны у него не было. Вот княжна, как княжна в колоде. Открыл бы губернатора вот так, потом убил. Максим решил, короче, не рисковать и просто монеты накопить быстрее, чем он ее. Ну да, в принципе. Ну что, поздравим Максима. Ну и повторюсь, ставьте лайки, подписывайтесь, всем пока. Играйте в игры. Надолго ли? А, да, играйте в хорошие игры.